Такое время нынче, электорат взвинчен между судом. Друзья, всем салют! Опять суббота, полный клуб, Динымси на сцене. Полный аншлаг, несмотря на то, что на улице не очень-то и тепло. Лина Кокс, привет. Привет, тебя вот здесь поцеловал. И с нами Тимур, Динымси, привет, брат. Привет, привет. Но все равно клясться с улыбкой на лице, продолжать бороться. Настрой самый боевой. Что-то какой-то спокойный. А что мне нервничать? Я наконец-то в Питере. Питер мой родной город. И я здесь редко выступаю, к сожалению. Но сегодня на концерт придут мои друзья. Я буду очень рада их увидеть. Здесь у меня много друзей. Здесь много хороших площадок. Ну и здесь действительно особая атмосфера. Находиться здесь как-то так. Питерские крутые, московские. Тоже крутые. Московские сейчас менее значимые люди в нашей стране. Самый феерический концерт будет сейчас буквально. Однозначно, друзья. А, на самом деле, ну, в общем-то, все концерты проходят очень здорово. Какая-то такая хорошая энергетика, атмосфера, люди, веселье, тусовки. Вот, поэтому мне по кайфу работать, людям по кайфу приходить на мои концерты. Чтобы просто друг друга услышать. Ну, Москва большая. Москва стоит все время в пробке. Я, как любой человек, люблю место, где я родился, люблю место, где я живу, где мои друзья, где моя работа, где происходит много разной движухи. Как ни крути, все равно рано или поздно все приезжают в Москву, будь ты бизнесменом, будь ты политиком, будь ты артистом. Ну, все стараются быструю наживу. Как, знаешь, сейчас три рэпера в подвале собираются, и у них уже лейбл. Я не против пиратства, меня это не парит. Если кто-то хочет скачивать и слушать ВКонтакте, пожалуйста, я как бы, ну, никаких претензий никому не имею. Если кто-то считает возможным скачать легальный альбом, то есть поддержать артиста там или лейбл деньгами, ну, спасибо. Ну, то есть, собственно, я ни с кем там судиться не собираюсь. Для меня это как бы не проблема. Я ни за кем не прячусь, нигде не на проценте, так что в моменте можно зайтись и в рукопашную. Ну, вообще, я родила ребенка, и вот ращу его. Вот он еще бывает, да? Вот, ну. С девушками такое чаще всего происходит, если не пропадают. Я не люблю фантазировать, я люблю как бы мыслить реально. Ребенок, он очень дисциплинирует, это такая сильная дополнительная мотивация для того, чтобы идти наверх. Мы вас рады всегда приветствовать. Приходите каждые выходные. Качаем. Мы очень вам благодарны, что вы с нами. Всегда рады дарить вам самую настоящую крутую атмосферу. Я очень счастлива, что я здесь, в Сидней Клабе. И я хочу передать всем питерцам, кто меня знает, кто не знает, большой привет. Я вас помню, я вас люблю. Питер forever. Будем гулять, веселиться, тусоваться. И впереди еще целая половина лета, так что сделайте то, что не успели сделать. Динымси с вами. Приходите в Сидней каждые выходные. Мы очень стараемся для вас делать хорошую музыку, хороших артистов. И спасибо, что вы с нами. Yep.